Здравствуйте, со всеми регалиями. Годарев Лазовский Максим Григорьевич, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, доктор философии. Вопрос задан мне такой, значит, мое определение сознания. Ну, для начала я бы определил психику. Психика, с нашей точки зрения, это то, что превращает знание в информацию и информацию в знание. Вот это сущность, основная задача психики. А что касается сознания, это та сущность, которая оперирует знанием. Отличие психики от сознания следующее, с нашей точки зрения. Сознание – это сущность внепространственно-вневременная, то есть идеальная сущность. А психика, она такая половинчатая. Она во времени, но вне пространства существует. То есть здесь есть такие тонкие различия, но они присутствуют. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо. Вам спасибо.